Приближаются новогодние праздники. А какой Новый год обходится без веселого потрескивания бенгальских огней возле елки, озорных звуков хлопушек и взрывов петард? И, конечно же, какое торжество без фейерверка? Для того, чтобы праздники запомнились только хорошими впечатлениями, не стоит забывать о личной безопасности. Новый год не бывает без елки и мандаринов, а также без фейерверков и петард, которые зачастую становятся источником огненной беды. И чтобы ничто не омрачило праздничного веселья, нельзя забывать о мерах пожарной безопасности. Запрещается при проведении мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся, применять дуговые прожектора, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки, другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной огнезащитными составами. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. Проводить огневые, покрасочные, другие пожароопасные, взрывопожароопасные работы. В новогодние праздники повышенным спросом пользуются пиротехнические изделия. Всевозможные фейерверки, ракеты, фонтаны, бенгальские огни. И все бы ничего, да вот только зачастую от некачественных петард и неправильного использования таких игрушек происходят совсем не новогодние сюрпризы. Особую осторожность нужно проявлять, пользуясь пиротехникой, которая может стать причиной не только травм, но и пожаров. Использовать пиротехнику могут лица не моложе 14 лет. Взрывать петарды, запускать салют рекомендуется на пустырях, минимум в 100 метрах от жилых построек. При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка. Обязательно с наветренной стороны. Не следует использовать пиротехнику рядом с деревянными домами, беседками, словом, любыми легко воспламеняющимися постройками, предметами. Также не следует стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. Запрещается использовать пиротехнические изделия, летящие вверх рядом с жилыми домами и другими постройками. Они могут попасть в окно, залететь на чердак или на крышу, тем самым став причиной пожара. Если вы хотите порадовать своих родных и близких салютом, то покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. При покупке товара смотрите на его упаковку. Целостность упаковки не должна быть нарушена. Обратите внимание на дату изготовления. Просроченный товар взрывоопасен. Если появились сомнения в качестве товара, покупатель вправе потребовать от продавца сертификаты соответствия. Нельзя приобретать пиротехнические изделия на территории рынков, в жилых районах СРУК. В основном качество таких товаров оставляет желать лучшего. Приобретя товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте технику безопасности. Помните, соблюдение всех этих правил может сохранить вам и вашим близким жизнь и здоровье. В случае чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам Единой службы спасения 010 и 112. Надежда Неткачева, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».